Я хочу собрать ПК майнеров. Все хотят! Все хотят! А что, реально майнеры еще существуют, и они реально майнят криптовалюту? Это все еще актуально? В 2021 году вы ебанулись? Как это вообще? Что за бред? И зачем? По-моему, за электроэнергию больше платишь по итогу, чем в итоге получаешь. Ты думаешь, это невыгодно? Я думаю, что это невыгодно в 2021 году. А разве это выгодно? Чел. Ой, блядь, майнеры нахуй сидят в чате из-за вас, блядь. Люди не могут купить себе нормальные компьютеры. Чел. Видеокарты, блядь, не могут купить, потому что майнеры скупают. О чем ты? Мы недавно смотрели видео, и оказывается, видеокарты такие дорогие и редкие сейчас не потому, что майнеры какие-то плохие, а потому что какой-то там микрочип, что-то с ним происходит, и его сейчас редко производят. Из-за чипов, короче говоря. А не потому, что майнеры такие активные и выкупают все, что вообще есть вообще в магазине. Капец, мне 18 теперь. Астрити, спасибо тебе большое за 228 рублей. Ну что я могу сказать? Поздравляю тебя с днем рождения, счастья тебе, здоровья. Ты уже как бы взрослый человек, скажем так, совершеннолетний. Теперь ты можешь делать все. Но я тебе не рекомендую делать все. Например, как пить, курить не надо. Это все плохо, это все вредно. Вот, поэтому как бы ты продолжай жить, теперь уже взрослой жизнью, но не употребляй всякую хуйню. Вот, с днем рождения, счастья, здоровья. В какой-то стране два брата нафармили 2 миллиарда долларов и пропали, и теперь их найти не могут. Ну вот видите, ребят, до чего доводит майнинг. Мой младший брат без моего разрешения играет в мой комп. И я сзади него. Батя разрешает мне самому повесить телек. Телек через 5 минут. Блядь! Хочешь выделиться с... Блядь. И майнеры, и дефицит полупроводников. От этого страдает не только компьютерная техника, но и производство авто. Глянь на досуге. Ёбаные майнеры, блять. Надо запретить криптовалюту, я считаю. Какой-то... Я с семьей смотрим фильм. В фильме начинается 18+ сцена. Я в это время. Ты там бумажка. Так. Что за это? Училка, женщина-героиня. Училка, женщина-героиня, а мужчина — я. Героиня, да. Yeah. Давайте перейдем в режим олда. Повысим шансы. Активирую режим олда. Бля. Как же это неудобно. Бля, помню, когда школу закончил. И... Получается, уже на 1 сентября. Ну, короче, я окончил школу, и когда лето прошло, 1 сентября наступило, я помню, смотрел в окно и видел, как школьники идут в школу. А мне это не надо, и я так злорадствовал, стоял такой, думаю, а, блядь, сука, идут в школу, блядь, долбоёб малолетний. Ну чё, давай, блядь, давай. Что, в школу, да, нахуй? Давай, пиздуй, пиздуй, блядь, пиздуй. А я спать пойду. А я спать пойду. А ты в ПТУ? Не. Мне не надо было. Ща все будет. Нет, не, ну я имею в виду и ПТУ. Я имею в виду, и когда ПТУ закончил. Ну, шарагу ебаную. Я это имею в виду, когда уже все закончил, и все уже, как бы, все, конец. Все, the end. Нихуя, слава богу. Слава богу. Так вот. Сколько там сабок вы мне еще должны? И Астрити, спасибо тебе тоже за донат. Вот. Нет, ты... Когда сидишь на уроке, хочешь тихо пустить шептуна, и вдруг... Этого не может быть. Просто не может быть. Мам, а почему меня... Так, по прошлому разу стало понятно, что играя в игру во время проведения аукциона, люди увлечены игрой и забывают про него. Блять, и чё ты предлагаешь? Ну давай тогда сделаем вот как. Аукцион. И все, и не будем играть, не будем видео смотреть. Просто смотреть за аукционом и смотреть, за что люди донатят и голосуют. А потом, когда уже все сделаем, пойдем в хоррор, а потом уже пойдем в игру, которая выпадет на аукционе. Все. Меня зовут Перышко. Когда ты родился, милый,
На твой лоб упало перышко. Мам, а почему меня зовут Бабочка? История такая же, как и с твоим старшим братом. Когда ты родился, на твой лоб села бабочка. Плов. Пов! О, это же этот. Ну, короче, вы поняли. Стример, ты скачал ту самую игру с рекламы на телефон. Это Руфу, что ли? Вот скажи мне... Мама, не волнуйся, психолог. Ой, точнее, наоборот. Не волнуйся, психолог не будет задавать каверзных вопросов. Блять. Пиздец, блядь. Приходит, мама приходит к психологу с ребенком и такая: не волнуйся, психолог. Этот ребенок не будет задавать тебе каверзных вопросов. Ебать, он долбоёб, бля, ебаный, блядь. Мама говорит: не волнуйся, психолог не будет задавать каверзных вопросов. Психолог. Скажи мне, пожалуйста, ты не трясись, ёбаный. Скажи мне, пожалуйста, почему ты такой дрищ? А я напоминаю, вот это видео с Озоном. Это он про меня говорит. Это я когда к нему на стрим зашел во время своего стрима. Вот. Да. И он тогда начал, короче, типа, делать вид, что со мной общается, долбоёб, блядь. 17-й это год вроде был. Я знаю, заебал. Ты знаешь, а кто-то, может быть, не знает. Я для них это говорю. А, блядь, говно ебаное. Я! Сильно давлю на глаза. Кстати, это так нельзя делать, если что, это очень вредно. Вот, поэтому после коррекции зрения я вообще перестал глаза трогать. Даже если чешется, я стараюсь так вот мизинцем так аккуратно так. Блять. Потому что чешется, вот если у вас чешется, это не глаз чешется. А вот тут, как бы, понимаете, мышцы вот эти вот. Глаза чесаться не могут. Соответственно, ты как бы должен чесать именно то место, где... Они вот так вот, блядь. Глаз вытекает потом, нахуй. Мы приезжаем с другом за город, чтобы бухнуть. Также мы через 5 минут в сельском туалете. Я подписываю договор, что ухожу после 9 класса. Математичка, которая меня не любит. Подписывай. Давай, Шрек. Надо договор какой-то подписывать. Скорее! О, подписал. Новых. Да, чё, блядь? Бабушка дает денежку и говорит, чтобы я их потратил сам. Ну что же мне ответить, чем еблана? У моей охраны есть охрана. И на что ты их потратишь? А тебя ебать не должно. Ой, блядь. Учитель отворачивается от доски, чел у доски. Че же за? Прям так и говоришь маме, да? Ебать не должно тебя, да? Ага. Там же в том видосе Озон про ласку. Не, он про меня, блядь. Это... По-твоему, ласка дрыщ? Дурак. Историчка, почему закончился каменный век? Я, потому что закончились камни. Историчка. Иди отсюда с своим товаром, блядь. Так как в армии, быстрее, блядь, собрать вот сюда, нахуй, и съебаться, нахуй. С ленты собирать надо быстро! Быстро собирать! Когда тебе дают, ты взял и убежал. Самое главное, мужики такую хуйню не... Блять, у него нахуй там уже целая коллекция телевизоров. Он уже на запас как бы покупает сразу несколько. Там один разбился, блять, второй ставит. Второй разбился, третий сюда. Я в ахуе, блять. И вообще, мемы с Озоном есть. А где сам Озон? Ну, я имею в виду его трансляции. Вы можете подсказать, если, может, кто смотрит? Потому что я уже 1000 лет, я, наверное, года 2 уже не видел его в прямом эфире.
Поэтому, как бы, где, блядь, Озон? Где он стримит? На Ютубе. Так я захожу, а нет трансляции. Скиньте его канал, я хочу подписаться, чтобы потом просто заранее уже видеть. Вот. Не занимаются. И вот пробивают... Он 7 телеков разбил. Собрали вот в основном, ну, процентов 80 из 100. Когда появились деньги из пацанами. Hi, guys. И с пацанами едешь за новой жижей. Да не умер он, блядь. Hello. Айден. Когда училка не смешно пошутила, а тебе нужна хорошая оценка. Выдавливаем смех, гайс. Выдавливаем улыбку. У Озона есть смешные ролики, где он по ТЦ ходит и смотрит шмотки технику. А дай ссылку. Почему-то обосрался, пока спал. Пов! Ты в 5 классе пытаешься понять дроби. Я захожу на дешевый сайт. Тот самый рецепт по укреплению суставов. Почти. Если ты разбил кружку, то тебе пизда. А если я, то случайно. Нет. Мама ушла в магазин, не отвечает на звонки. Я в 5 лет думающий, что она похитила. Нет! Нет! Дерьмо! Я старая хуйня, я тоже, кстати. Этого не может быть. Просто не может быть. Бля. Меня в детстве жестоко обматерили, мои аргументы. Когда вместо рынка закупился в смешных ценах. И после ты пошел закупаться в смешных ценах, да? А, все? А, все? А, все?